Так, батюшка, ты куда летишь-то, дружочек? Поаккуратнее. День добрый, на рынок. На рынок. Да. Я смотрю, на Замаке ездите, недавно прибыли. Ну да. Помощь какая нужна? Но максимум это свечка. Тогда святой водички держите. Думал, может, помощь нужна в машине или еще в чем. Ого, лол. Возьмите бутылочку. Будет плохо, Спасибо. попейте, полегчает. Спасибо. Нужна будет помощь или трудности какие, пишите. Окей. Всего доброго, Бог помощь. Доброго, доброго. Здорово, парни. И вам день добрый. Чё, как у вас делишки? С Нормально. Божьей помощью. Помощь нужна? Работать Вот едем. сам предлагаю помощь. Ну а ты-то чем помочь можешь? Ну, вообще, вновь прибывшим помогаем с отцом Фаустом, машиной, лицензией, одеждой. Ничего себе. Ну и Даже так, так? кого встретим, кому нужда какая есть. Ну а мне поможешь? Чем помочь вам? Я вот с магазина калаш потерял в этом городе где-то. Обронил. С нелегалом не связываюсь, простите. Вот возьмите бутылочку святой воды. Это все легально, дружище. Попейте святой водички, может, просинит вас, найдете, где потеряли. О, боже мой, ладно, ребят. Бесы выйдут, сейчас народ встанет. Хорош травить, господи, я сейчас отъеду тут. О. Держитесь, держитесь, мы поможем. Ха-ха-ха. Изыди, сатана, изыди. Сатана, вернись к нам, Борис. Боже мой. Стас Михайлов. Ой. Господи, ребята, я на работу так никогда не доеду. Ой, все. Успехов, езжай, зарабатывай. Ой, давайте.